Друзья, всем привет, с вами Яков, сегодня у нас вторник, а это значит, что пришла пора ротации в портал Дерзани. Это, естественно, и случилось, и на этот раз нам с вами предстоит играть за охотника на демонов. Этому хантеру предстоит закрыть 45-й великий портал, и на все про все нам дается 6,5 минут. Во всяком случае, в разрезе данного портала Дерзани хантер более-менее нормально собран. Он играть у нас будет через умение «Разрывная стрела», и при этом акцент будет сделан на бомбочке, потому что у нас надет ведьмин пояс. Также по умолчанию в этом билде у нас используется турель, ну и генератор. И по сути, что одно умение, что второе умение, они здесь особо не нужны. Но во всяком случае, для того, чтобы чисто закрыть этот портал, нам хватит самого умения «Разрывная стрела». В закрытии портала также нам будут помогать еще и пауэрапы. На середине первого яруса нам встретится поддержка, в начале второго яруса нам встретится пилон защиты, ну и в конце этого же яруса нам встретится пилон силы. Ну а действуем мы на протяжении портала следующим образом. То есть когда мы бегаем, мы время от времени используем кульпит, для того чтобы запустить колечко уклонений, а значит получать меньше урона. Также старайтесь постоянно находиться под действием умения прозрения, для того чтобы опять-таки тоже получать меньше урона. С откатом этого прозрения у нас не будет никаких проблем, потому что у нас есть колечко зодиака. Это значит, что также будет быстренько откатываться тоже наше умение «Волк». В нашей экипировочке у нас имеется такой камень, как «Зев». Это обозначает, что мы должны находиться на расстоянии противника для того, чтобы наносить больше урона. Это, конечно же, хорошо, но зачастую мы будем находиться как раз-таки вблизи противников, потому что когда мы будем убивать противников, будут появляться такие оранжевые области силы. А так как «Зев» камень прокачан очень-очень слабенько, поэтому выгоднее находиться в этих областях, даже находясь рядом возле противников. Но в разрезе этого портала, повторюсь, мы опять-таки это можем себе позволить сделать, так как защиты у нас более-менее будет хватать. Если вы бежите по порталу и видите, что возле вас небольшое скопление мобов, то в принципе можете их скипать, а искать толпы противников. Но если вы бежите и у вас на кольце собрания стихий прокает холод, так как в этом геймплее это колечко собрания стихий у нас задействовано, ну а значит, что после холода идет огонь, то лучше остановитесь, ну и под огненный баф всех этих мобов разнесите, для того, чтобы себе поднять прогресс портала. Волка прожимайте по ситуации, когда возле вас как можно больше противников, чтобы ваши гранатки наносили больше урона. Ну в принципе и все. Пробуйте, дерзайте, закрывайте портал дерзани, получайте награду в виде коробки, и все у вас будет нормально. Ну я с вами прощаюсь, благодарю за внимание, за просмотр, и желаю удачи в закрытии портала дерзаний, а также сезона похода.
Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока!